Всероссийские учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям начнутся 26 июля в Калининградской области. Они станут своеобразным итогом этого года. Их подведут 60 опытных добровольцев из 30 регионов страны, в том числе из Подмосковья. Необходимо задать все незаданные ранее вопросы, развеять все сомнения, протестировать наше самое лучшее оборудование, конечно, в самых сложных условиях. Благо, формат учений позволяет это сделать без риска и угрозы реальному потеряшке. Курс подготовки рассчитан на 3 дня и включает в себя не только теорию, но и практику. Тактика специальную, техническую, топографическую и медицинскую подготовку. Насколько хорошо волонтеры усвоили полученные знания, проверят в ходе учебного поиска. Он станет своеобразным экзаменом для добровольцев. На медицину.